всем привет! Я рад вас всех приветствовать на своем канале. Ну что, сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. Я всех поздравляю, неважно, служили вы, не служили. Вообще неважно, это праздник Отечества, защиты. Сейчас живем немножечко в такое непростое, так скажем, время. Все те, кто там, за нашу Россию, за нашу матушку. Всем желаю удачи, ребятам, терпения, здоровья. Ну и мы победим, все будет хорошо, я за Россию. В общем, всех с праздником, с Днем Защитника Отечества. Всем желаю, не только тем, кто сейчас в зоне СВО, всем желаю здоровья, мужества, терпения, благополучия. И все у нас будет хорошо. Мы великая страна. 23 февраля. Прошу вас, да, мужики, кто действительно служил, кто сейчас не там, не надо вот с этим делом, не надо напиваться. Да, я понимаю, это праздник, да, я понимаю, вы там Отечество завоевали, служили, может, даже, может, куда есть дедушки, которые еще живы, ветераны. Давайте вот без этого, реально, ну, можно там чуть ли не давайте, не будем ничего, творить всякие беспределы, так скажем, да? Мы же все адекватные ребята, все хорошо. В общем, еще раз всех с праздником, с Днем Защитника Отечества. Повторяюсь, Россия только вперед. Ну и до новых встреч, всем удачи, всем пока. Всех с 23 февраля.